Футатат океан. Океан в своем символическом значении – это могучее и древнее, как сама Вселенная, существо. Для жителей островов и прибрежных государств он зачастую выступает в роли божества, что может осыпать дарами или, будучи в гневе, разорвать несчастного моряка. Потому неудивительно, что даже в наше время тату-оберег с изображением океана так популярен у покорителей бескрайних водных просторов. Тату-океан очень хорошо распространен как знак-оберег на Полинезийских островах. Местные жители почитают древнюю стихию и относятся к ней крайне уважительно. В своих тату они изображают не только образ океана, но и его обитателей. Черепаха – символ семьи и долголетия. Скат – символ красоты, изящества и могучий оберег от злых духов. Акула – символ отваги и мужества, в Полинезии почитается как священное животное. Также, тату-океан была распространена и среди мореплавателей. Разнообразие связанных с ним символов велико. Здесь и знаки принадлежности к определенным группам на корабле, от боцмана до простого матроса, и знаки отличия за определенные подвиги или преступления, и, конечно же, символы обереги. Морская звезда – оберег для успешного возвращения домой. Полярная звезда – ориентир, один из важнейших знаков у моряков. Русалка – напоминание о переменчивости океана. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Конечно, не обязательно быть моряком или полинезийцем, чтобы любить бескрайние просторы океана. Океан – образ крайне переменчивый и многогранный. В наше время тату-океан выбирают также любители серфинга. Покорители волн передают страсть к стихии через яркие образы на своих телах. Сюжеты их татуировок полны воображения и юношеского задора, потому сочетают в себе разнообразные стили и идеи. Как уже говорилось, образ океана двойственен и сочетает в себе разные образы. Вот самые основные. Ласковый и спокойный, он ассоциируется у многих с символом возрождения, практически с образом матери, причем матери древней для всех живых существ. Символ познания, скрывающий в своих недрах бесчисленные сокровища и загадки минувших веков, утонувшие корабли и потерянные древние города, непрекращающееся биение волн как символ бесконечности времени и Вселенной, а также его переменчивость, как аналогия с жизнью самого человека. Упорство и борьба, в преодолении своих страхов человек стремится быть похожим на бескрайний океан, чьи течения могут перетереть многотонный булыжник в мелкий песок. Символ таинственности, образ неразгаданной тайны морских глубин с его древними как самые старые мифы обитателями. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании.